Так, на прошлом лекции мы рассмотрели метод преломленных волн и решение обратной задачи с помощью двух способов. Способ Т0 для интерпретации гадографов головных волн и способ Чибисова для интерпретации гадографов рефрагированных волн. Вот это самые простые методы, способы. Более сложные способы и методы вы будете изучать на следующих курсах. И в рамках данного курса этого достаточно. И мы переходим ко второму методу. Метод отраженных волн, или кратко МОВ, просто метод отраженных волн. И здесь мы рассмотрим в рамках этого раздела одноканальные методы отраженных волн. Сюда входит этот метод непрерывного сейсмического профилирования. И метод георадиолокации мы рассмотрим, хотя он не совсем сейсмический. Потом мы дадим определение еще одного типа сейсмических волн, которым мы еще не знакомы. Это эффективное, как следствие эффективное, это предельно эффективное. И пластовые скорости в методе отраженных волн, которые используются. После этого мы перейдем уже к решению обратных задач. Сначала по одиночным гадографам отраженных волн. Потом уже перейдем к многоканальным методам сейсморазведки на отраженных волнах. Способы формирования сейсмограмм при многоканальных исследованиях. И, собственно, рассмотрим достаточно такой большой блок. Это метод общей глубинной точки, где мы посмотрим, как выглядит гадограф общей глубинной точки, его свойства. И рассмотрим на пальцах, по крайней мере, принципиальную схему получения изображения среды, в данном случае это временной разрез, ОГТ. И в качестве такого дополнения метод общей глубины точки мы посмотрим, как с помощью этого метода борется с многократно отраженными волнами в сейсморазведке. Вот такой план работы на ближайшую лекцию, может быть, две. Ну, вот здесь тоже надо обязательно привести задачи, которые сравнительно успешно решают с помощью сейсморазведки на отраженных волнах. На самом деле спектр задач очень широкий у метода отраженных волн, и он постоянно расширяется. Но основным критерием применения сейсморазведки на отраженных волнах это, конечно же, контраст акустических свойств в среде. Ну, в данном случае имеется в виду акустическая жесткость, которая является условием образования отраженных волн, или акустический импеданс, что мы так называем. Ну, сюда входят задачи, которые, как правило, являются так или иначе связаны с поиском нефти и газа. Это расщеление слоистых геологических сред, то есть осадочного чехла, морских осадков, поиск, собственно, разведка месторождений углеводородов, нефть, газ, газогидраты, это как частный случай углеводородов. Это основная задача сейсморазведки на отраженных волнах. И задачи, как я сказал, так или иначе связаны с поиском нефти и газа. Здесь сюда входит поиск и контурии погребенных речных долин, палеодолин, которые часто являются месторождениями нефти и газа, изучение соляных и глиняных диапиров. И, собственно, достаточно таким серьезным направлением сейсморазведки на отраженных волнах является возможность определения геологического состава горных пород и их фациального состава, то есть в том числе и типа флюида. Это очень важный момент. Именно с помощью сейсморазведки на отраженных волнах пытаются найти водонефтяные контакты, газонефтяные контакты. Вот. И как следствие возможность выхода, собственно, на прогноз уже полезного ископаемого с точки зрения его коэффициента пористости, нефтенасыщенности и так далее. Ну и как следствие совсем уже достаточно далекая, в принципе, задача от сейсморазведки, но тем не менее она с ними связана, это заложение эксплуатационных скважин на месторождениях. Очень многие из вас будут заниматься именно методом отраженных волн, поскольку этот метод на сегодняшний день является лидирующим при поиске нефти и газа. При разведке, детализации месторождений, в том числе задачи, связанные с мониторингом месторождений, которые уже эксплуатируются, потому что нефть и газ мигрируют в результате откачки, это все можно сделать с помощью сейсморазведки на отраженных волнах. Ну и, конечно, метод общей глубины точки здесь является основным. Ну и если вы будете этим заниматься, то вы можете оказаться на одной из трех стадий сейсморазведочного процесса в методе отраженных волн. Ну, начинается, как везде, как во всей геофизике, это полевые работы, 2D или 3D, то есть вдоль профиля или на площади. Потом полевые материалы, которые мы получаем в результате полевых работ, экспериментов, передаются
обработчиком на обработку полевых материалов и потом уже на интерпретацию. Ну вот в рамках первой стадии полевых работ наша задача, как сейсморазведчиков, получить качественный полевой материал. В данном случае, как правило, это является набор, множество точнее, там, их может насчитывать несколько тысяч, десятков, сотен даже тысяч сейсмограмм общего пункта возбуждения. Хотя бывают и другие методики, но в основном это сейсмограммы общего пункта возбуждения. Вот на этом этапе основная задача, здесь вот показаны позиции, которые вы можете занять. Основная задача полевиков — это обеспечение полевых работ, разработка полевой методики, проведение собственных полевых работ, сбор полевых данных. И вот здесь появляется первая, скажем так, достаточно серьезная задача для геофизиков — это провести визуальный и качественный контроль качества полевого материала. Контроль качества. В данном случае геофизик определяет качество с каких точек зрения полевого материала. Ну, во-первых, это, естественно, насколько у нас хороший сигнал, то есть отношение полезного, амплитуды полезного сигнала к помехе оценивается, ну, в данном случае случайного шума. Частотный состав записи оценивается, а как следствие решающая способность, детальность и так далее. Потом кажущие скорости полезных волн и поверхностные волны, которые являются помехой в методе отраженных волн, поскольку она интерферирует с отраженными волнами. То есть тоже оценивает свою амплитуду, частотный состав и кажущие скорости. Ну и многие другие. То есть, допустим, наличие неработающих каналов, плохо работающих каналов, и, соответственно, выясняется, входит ли это в рамки допустимых значений и так далее. То есть, собственно, на этом этапе геофизик должен принять решение, годится ли данный полевой материал для дальнейшей его обработки, передачи в обрабатывающий центр. В любом случае, полевые материалы, которые поступают уже на обработку, подвергаются большому количеству процедур математических. В данном случае, опять же, задача уже на полевом материале, который прошел первичный контроль качества, выделить полезные волны на фоне шума, подчеркнуть их, усилить, сделать различные математические процедуры, направленные на улучшение разрешенности записи. Ну и в итоге, итоговым продуктом обработчиков является, как правило, это уже сейсмический разрез, это либо в временном масштабе, либо в глубинном. Но если это 3D-сейсмика, то это может быть сейсмический куб. Ну вот и здесь основная ваша позиция — это будет геофизик-обработчик. Эти люди должны обладать достаточно хорошими знаниями математики, математического анализа, поскольку все математические процедуры, которые осуществляются с сейсмическим сигналом, это в основном, конечно, различные интегральные, дифференциальные преобразования и так далее. Вот здесь, на этом этапе, геофизики разрабатывают так называемый граф обработки, который подразумевает собой некая последовательность процедур, математических процедур, направленных как раз вот на улучшение прослеживаемости полезного сигнала на сейсмических записях, разрешенности записи и так далее. Вот этих графов обработки в процессе его подбора и окончательного формируется огромное количество. То есть проводится огромное количество тестов при обработке данных и выбирается наилучший, который для данной геологической ситуации, для данной задачи наилучшим образом дает наилучший результат с точки зрения качества материала. Ну и уже, собственно, разрез или куб, как я сказал, сейсмический, пока еще без привязки к данным геологии, геологическим данным и без интерпретации, передаются уже интерпретаторам в отдел интерпретации, где геофизики уже интерпретаторы сопоставляют данные, полученные от обработчиков в виде разрезов, с данными бурения и с данными ГИС, геофизических исследований скважин. Происходит привязка сейсмических горизонтов уже к геологическим границам по данным бурения, в первую очередь, как я сказал. Рассчитываются различные сейсмические атрибуты, такие как частоты, амплитуды, и много-много других, их на самом деле насчитывает много сотен. Строятся структурные карты различные на различных глубинах, то есть на горизонтах, которые уже потом для геолога, который получает эти материалы, уже вполне читаемые, он может проводить их истолкование. Ну и здесь, естественно, мы уже имеем дело с разрезами в глубинном масштабе, с выделенными границами, привязанной к геологии и так далее.
Ну, на сегодняшний день, на самом деле, все три этапа, они не могут, не существуют неразрывно друг от друга. Потому что на каждой стадии, на стадии полевых работ всегда участвует обработчик, на стадии обработки всегда участвуют интерпретаторы. И эти вещи всегда взаимосвязаны. То есть не бывает их абсолютно раздельного применения. Так, ну и мы начнем сейчас рассматривать сами собственные методы отраженных волн. Начнем мы с самого простейшего, это метод непрерывного сейсмического профилирования. Он относится к группе методов одноканальных. Давайте вспомним, что мы под каналом подразумеваем собой один пункт приема. Это не обязательно один прибор, то есть геофон, их может быть группа целая стоять, но в любом случае это точка записи. Точка записи, которая дает в результате на сейсмограмме одну сейсмическую трассу. Вот мы это под этим называем канал. Если у меня, например, будет 24 канала, это стандартная инженерная сейсморазведка или 48, это означает, что у меня было 48 пунктов приема. В большой сейсморазведке нефтегазовой число каналов достигает несколько тысяч и даже уже десятков тысяч на сегодняшний день. Это уже многоканальная сейсморазведка. Однако одноканальная сейсморазведка продолжает существовать, применяться, хотя и в меньших масштабах, в связи с ее, естественно, дешевизной и простотой. Вот самый простой пример, чтобы проиллюстрировать, как работает метод непрерывного сейсмического профилирования, лучше показать, конечно, на примере морских работ. Он чаще всего применяется именно при морских исследованиях. И как проводится исследование? Ну вот, например, там показаны рисунки. Плывет судно и буксирует за собой источник упругого колебания. Обычно это какие-то различные пневмопушки, спаркеры. Потом я уже ближе к делу, когда буду рассказывать про аппаратуру, поподробнее про них расскажу. И примерно же в небольшом удалении тащит за собой и пункт приема в виде гидрофона или целой гирлянды гидрофонов. В любом случае, по сравнению с глубиной залегания целевых границ, расстояние между источником и приемником несоизмеримо меньше. Поэтому мы считаем, что они находятся в одной точке. Источник посылает сигнал, он добегает до границ раздела, ну, в частности, до дна моря, там есть какие-то еще границы, и получает отклик отраженного сигнала этих границ в виде сейсмической трассы. То есть одна посылка импульса, одна сейсмическая трасса. Ну, по мере того, как он движется и посылает импульсы вниз и принимает его, мы получаем отражение, и в итоге формируется сейсмический разрез. В данном случае мы имеем разрез не что иное, как разрез Т-нулевых, да? Времени пробега волны туда и обратно. Здесь вот показано некое расстояние. На самом деле, еще раз повторяю, по сравнению с масштабами глубин, это практически будет одна вертикальная линия туда и обратно. Понятно принцип, да? Ну вот показан результат сейсмической съемки методом непрерывного сейсмического профилирования, это тоже морские данные, дно моря. Ну, на самом деле там нет таких огромных провалов. Вы должны понимать, что здесь временной масштаб, времени пробега волны туда и обратно, то есть Т0, да? Чтобы посчитать глубину, вам нужно это время поделить пополам и поделить на умножить на скорость. Тогда у вас, естественно, все вот эти вот огромные ямы, они на самом деле истинными, то есть уже в глубинном масштабе разрез трансформируется неизбежно. Ну и в частности мы здесь видим большое количество различных отражений. Вот это вот не что иное, как кратное отражение. Мы изучали это уже. Итак, значит, результатом или изображением среды при непрерывном сейсмическом профилировании, как правило, является временной разрез. Ну, здесь используются достаточно высокие частоты при морских исследованиях, это килогерцы. Стандартный сейсмический диапазон частот — это герцы, здесь килогерцы. Это позволяет выделять слои достаточно маломощные, то есть первые метры, при глубинах порядка 100-500, ну, может быть, до километра. Вот такие масштабы. Ну вот у этого метода есть два больших плюса и два больших, правда, и минуса. Ну, плюс это, во-первых, простота реализации, конечно, потому что вам не требуется большое количество каналов. Это достаточно быстрая съемка, то есть, ну, если судно плывет, то это достаточно с большой скоростью, можно выполнить большие объемы работ. При таких частотах, килогерцах, у нас получается достаточно высокая решающая способность по вертикали. Я сказал, это первые метры. Ну и недостатки. За счет того, что у нас есть только, здесь мы используем только один канал, один пункт приема, то у нас нет, по крайней мере, такой прямой возможности вычисления скорости сейсмических волн.
в разрезе. И как следствие появляются сразу проблемы при переводе разреза в глубинный масштаб. Ну, второе, как и при любых морских исследованиях, у нас есть очень две контрастные границы. Это воздух, вода, вода, грунт, вода, дно. И это приводит к появлению большого такого интенсивного поля многократных волн помех, отраженных волн помех, ну, которые, правда, можно достаточно эффективно давить, есть множество способов. Но главный недостаток — это, конечно, проблема с определением скорости. Вот еще один метод, который является также одноканальным, метод георадиолокации. Хотя, вообще говоря, этот метод электроразведки, поскольку здесь используется не упругое поле, а электромагнитное. Точнее, электромагнитные волны очень высокой частоты. Это мегагерцы и гигагерцы. Ну, десятки мегагерц до первых гигагерц. Вот при таких высоких частотах электромагнитные волны, в общем-то, как и сейсмические, на границе раздела в среде испытывают тоже процессы отражения. Поэтому само поле, оно электромагнитное, электроразведочное, скажем так, да, но все подходы к обработке и интерпретации взяты из сейсморазведки. Поэтому это такой метод пограничный между электроразведкой и сейсморазведкой. Сейсморазведчики тоже занимаются георадиолокацией. Принцип вот, точно такой же, принцип работы точно такой же, как и у метода НСП, непринципиалистического профилирования. В качестве источника там используются специальные антенны, которые возбуждают электромагнитное поле, электромагнитные волны, и приемная антенна, которая принимает. По сравнению, опять же, с глубиной залегания до границы, эти антенны, которые располагаются на поверхности, они практически являются одной точкой, и мы тоже посылаем импульс вниз и вверх, волна добегает электромагнитной до границы раздела, отражается и возвращается в приемную антенну. Вот его принцип действия. И тоже вся вот эта группа двух антенн перемещается по поверхности Земли с некоторой скоростью, и получается вот такие, каждая, то есть трасса, это один акт посылки импульса вниз и его прием. Ну, в данном случае здесь условием образования отраженной волны является контраст диэлектрической проницаемости. Диэлектрическая проницаемость — это параметр, свойство среды, которое показывает, во сколько раз взаимодействие зарядов в среде меньше, чем в вакууме. Ну, у нас, например, в реальных средах диэлектрическая проницаемость меняется от 1 до 81. 1 — это в воздухе, 81 — в воде. Ну, то есть, например, в воде означает, что 81 раз меньше взаимодействие зарядов, чем в вакууме. Один, как и в вакууме практически. Там они очень похожие значения диэлектрической проницаемости. То есть, одним словом, чем сильнее контраст диэлектрической проницаемости здесь и здесь, то мы получим хорошее отражение. Но сам импульсы генерируют с помощью специального прибора георадар. Он несет, обычно перемещается прямо непосредственно с оператором. Оператор перед собой несет ноутбук, на котором уже происходит визуализация так называемой радарограммы. Это, собственно, и есть уже изображение среды, пока еще не обработанное, правда. Но зачастую там уже видно граница раздела, поэтому это очень быстрый метод. И он за собой вот тянет антенну. В данном случае это вариант, когда в одном корпусе совмещена излучающая приемная антенна. Ну, еще вот есть такое колесо, которое называется одометр, для определения расстояния. Оно крутится и сразу же определяется расстояние, которое прошел оператор. Ну, современные георадары оснащаются уже специальными дифференциальными GPS-ами, которые снимают координаты и высоты. Вот пример изображения среды, то есть в данном случае это разрез. Это георадарограмма, и мы видим, что она очень похожа на сейсмический разрез, который мы видели на слайде с НСП. Только здесь не миллисекунды, а будут уже наносекунды. Наносекунды, и мы тоже, это тоже морские данные, в смысле речные данные. Здесь вот поверхность дна, ну это вот кратное отражение. И мы видим, что здесь большое количество различных там отражений от границ раздела в среде. Это георадарограмма. Ну вот этого метода также он очень просто в реализации, очень большой скоростью обладает. По сути, один из самых быстрых методов в геофизике вообще. Ну, антенну перетаскивает оператор с обычной скоростью пешехода, примерно там в районе 3-5 км в час. Хотя, например, при исследовании железнодорожного полотна или автомобильных дорог используют большей скорости, уже до 20, 30, даже до 50 км в час. То есть очень быстрый способ изучения геологического пространства. Но
Есть недостатки. Ну, то есть при таких частотах, которые мы используем, это мегагерц и гигагерц, очевидно, что у нас тоже будет очень высокая разрешающая способность. Метод гердиолокации, в зависимости от частоты, которую вы применяете в излучающей антенне, это может быть первые сантиметры до первых метров. Очень высокое разрешение. Ну, в частности, с помощью георадара, например, ищут клады в стенах при соответствующих задачах. Очень маленькие объекты. Вот, но в отличие от метода НСП, здесь можно определять уже скорость. В основном это связано с тем, что один из способов, точнее, определения скорости является тот факт, то, что на георадарограммах часто наблюдаются вот такие вот осифазности дифрагированных волн, которые за счет того, что у нас очень маленькая длина волны, высокая частота, любые валуны, камни дают появление на радарограмме вот таких вот дифрагирующих, точнее, географ дифрагированных волн, то есть все эти объекты являются дифрагирующими. И если все наложить теоретическую гиперболу дифрагированной волны, то мы можем определить так называемую эффективную скорость, скорость, покрывающей толщи до вершины гиперболы. Это уже возможность определить скорость. Что такое эффективная скорость, мы сейчас рассмотрим. Ну а дальше уже, если мы определили скорость, мы можем переходить уже в глубинный масштаб. Вот, поэтому здесь уже зачастую в георадиолокации такой жесткой проблемы, как в НСП, определения скорости нет. Хотя, если так, разрез таков, что у нас вообще нет дифрагирующих объектов, то тоже может быть проблема с определением скорости. Да, но какие же недостатки? Ну, тоже, как и в методе НСП, мы можем зачастую наблюдать на георадарограммах интенсивные поле многократных волн помех. Второе. При всех его достоинствах этого метода он очень мало глубинный. Вы редко можете получить с помощью георадиолокации информацию от глубин больше там, 10, ну максимум 15 метров. Хотя есть такие специфические радары, типа Питон, например, или Лоза, которые могут позволять вам добираться и до большей глубин, например, до 100 метров. Но это уже, скажем, исключение. В основном рабочие глубины для метода георадиолокации — это первые метров 15. Ну и вот самый большой недостаток этого метода — этот метод не применим для разрезов с высокой проводимостью, то есть низким сопротивлением, поскольку на разрезах с высокой проводимостью электромагнитные волны очень быстро затухают. Поэтому различные проводящие среды, такие как глины, суглинки, тем более металл, не позволяют методу георадиолокации эффективно применять. Ну вот, например, вот у нас в Москве очень часто сверху залегают суглинистые грунты, где метод георадиолокации дает очень небольшую глубинность. Очень быстро затухают волны, глубинность оказывается небольшая. Ну или, например, соленая вода, да, то есть при морских работах метод работает очень плохо. Соленая вода — проводник, и там очень тоже быстро наблюдается поглощение электромагнитных волн. На Москва-реке, например, тоже глубинность метода геолокации небольшая. Москва-река — достаточно грязная река, там сопротивления очень низкие. А если вы возьмете, например, какие-нибудь чистые реки или горные озера, то там глубинность окажется существенно больше. Но самая большая глубинность метода геолокации — это на льдах. Например, в Антарктиде глубинность может легко быть 3 километра, например. С помощью этого метода до больших глубин можно добираться, поскольку во льду практически волны не затухают. Да. Этот метод нам еще Юрий Николаевич пример привозил, как они на озере работают с этим методом. То есть, но все равно там надо бывает. Ну, опять же, в зависимости от глубины озера, Байкал вряд ли вы сможете просветить. Да, но и, естественно, насколько вода у вас чистая. Вот. На пресных озерах глубинность очень хорошая получается, высокая глубинность, там, ну, легко там метров 30-50 может пробить на чистых озерах и реках. То есть основным, еще раз говорю, принципом является, в данном случае, как вы говорите, если про воду, то минерализация воды. Чем ее меньше, тем глубинность будет больше. Так вот, а что такое эффективная скорость? Мы вот на этом слайде показали, что если я, вот, например, вижу вот такие вот гиперболы, их протяженность везде разная, в зависимости от поглощения, затухания и центра отражения дифрагирующие объекты. Как мы можем определить, что такое эффективная скорость, для начала определим. Вот эффективная скорость — это скорость, которую мы определяем по годографу отраженной, в данном случае написано, хотя и дифрагированной тоже, потому что и то это гиперболы. То есть если я построю, пропикирую свой годограф, построю его, то есть в осях TX, то в общем-то в этом случае я могу определить скорость
по этому годографу, который называется фиктивный, предположение, что все, что сверху до этой границы или дифрагирующего объекта, это однородные толщи. Вот какое важное допущение здесь. Тогда мы будем получим какую-то скорость, которую мы называем эффективной. Одним словом, это скорость, которую мы определяем по годографам отраженных или дифрагированных волн. То есть в данном случае, когда мы говорим про то, что покрывающая толща эту границу или объект однородная, означает, что мы считаем, что лучи распространяются вот так, по прямым траекториям до вот этой границы, которую, например, мы получили отражение. И что все, что сверху, промежуточные слои, мы игнорируем. Реальный луч, конечно, будет вот такой, да, синий. Поэтому первое, что приходит в голову, то, что фиктивная скорость ни в коем случае не равна истинной. Но есть способы перевода ее в уже в истинную скорость, в данном случае, правда, в пластовую. Ну, вот здесь вот приведена формула эффективной скорости. Мы пока на нее не будем обращать внимание. Она достаточно сложная. В реальности мы на самом деле определяем так называемую предельную эффективную скорость. Это вблизи источника означает, что недостаточно небольших удалений, где гиперболы является действительно гиперболой. Потому что если мы помним, что чем дальше мы уходим от источника, тем среда более неоднородная. И вообще говоря, гипербола становится уже квазигиперболой. В многослойной среде у нас годограф отраженной волны квазигиперболического вида. Но вот существует так называемая формула Дикса, или еще называют формулой Урупова-Дикса, которая позволяет переводить эффективные скорости в пластовые. То есть это означает, что если у меня есть, например, две границы, я получу две гиперболы от этой границы и, например, от этой границы, посчитаю эффективную скорость для каждой гиперболы своей, то с помощью вот этой формулы, формулы Урупова-Дикса, я смогу из двух этих скоростей, здесь эффективный 1, эффективный 2, уже получить пластовую скорость, в данном случае вот в этом пласте, например. Как, впрочем, и в этом. Это уже будет истинная скорость. Именно с помощью этой формулы Урупова-Дикса, один из, точнее, способов перевода в глубины, это позволяет перевести в глубинный масштаб. Когда мы определяем скорости по годографам отраженных волн, потом применяем эту формулу Урупова-Дикса и переводим уже временной разрез в глубинный, поскольку уже пластовая скорость, она является истинной. Но теперь наша задача, собственно, когда я говорю, вот мы определили эффективную скорость. А как ее можно определить по годографам отраженных волн? Итак, постановка задачи по одиночному годографу отраженной волны, начнем с самого простого, определить параметры среды, в данном случае это глубина залегания отражающей границы и эффективную скорость, покрывающую эту границу толщи. Начнем мы как раз с определения скорости, определения эффективной скорости по одиночному годографу отраженной волны. И рассмотрим это определение на способе так называемой постоянной разности. Очень популярный способ, и давайте его рассмотрим, как это можно сделать. Итак, всем понятна задача, да? Я пришел в поле, получил сейсмограмму общего пункта возбуждения, допустим, на ней я получил отражение в виде гиперболы, и хочу теперь определить эффективную скорость. Если я определю эффективную скорость для всех своих гипербол, то потом я могу с помощью, например, формулы Урупова-Дикса уже получить пластовые скорости, которые будут истинны, и уже с ними оперировать. Итак, как можно определить эффективную скорость? Давайте запишем, или точнее покажем снова, да, как формулу годографа отраженной волны. Вот она, эта формула. В данном случае формула для произвольной границы. Здесь есть угол φ, который определяет наклон границы. Это мы уже проходили. Вот сама гипербола. Ну, в данном случае только правая ветвь ее, левую не стал показывать. Теперь я запишу это же уравнение для двух произвольных точек на годографе. Не для некоторой точки на расстоянии x от источника и на расстоянии x плюс m. Ну, допустим, вот этой точки. Ну вот, эта формула. Да, здесь я еще умножил на эффективную скорость на знаменатель и возвел в квадрат, чтобы от корня квадратного избавиться. Вот эта запись формулы годографа для точки x, это для точки x плюс m. Правильно? Теперь я вычту вот из этого уравнения предыдущее. Получу вот такое. И здесь сделаю замену. Пусть t квадрат
2 минус t1 в квадрате, это некое, значит, число, некая величина y. И здесь сделаю некие небольшие преобразования. Поделю на эффективную скорость. Вот, и получил вот такое вот уравнение. В данном случае здесь переменные это y и x. M это расстояние между моими точками, которые я выбрал, да. Фи угол наклона границы, h глубина наклона границы и эффективную скорость, которую я, собственно, ищу. Да? Несложно заметить, что вот это уравнение есть не что иное, как уравнение прямой вида ax плюс b. В данном случае a у меня это 2m делить на v эффективное в квадрате, ну а b это вот эта величина длинная. Тогда я могу построить уже эту график функции, вот этот, уже в осях y, x. Напоминаю, что y это у меня разность времен t2 в квадрате минус t1 в квадрате. Это, то есть разность квадратов времен двух моих точек, которые я выбрал. И тогда могу сделать следующую вещь. Продифференцировать вот эту вот формулу, взять dy по dx. И тогда я получу, что dy по dx это 2m делить на v эффективное в квадрате. А dy по dx я найти могу, да, то есть я могу взять dy, поделить на dx, да, для той самой линейной функции, которую я получил. Ну, отсюда легко выразить искомую величину, эффективную скорость, и мы получим, что эффективная скорость равна корню квадратному 2 умножить на m dx по dy уже. Вот так ищется эффективная скорость. Давайте теперь посмотрим, как это сделать можно при практических расчетах. Ну, вот единственное, что я замечу, что обычно в качестве m берется шаг между моими точками, то есть шаг между пунктами приема. Мой годограф задан дискретно, каждая точка — это пункт приема, и шаг между пунктами приема и обычно берется в качестве m. Вот практический пример. Пусть у меня задан годограф отраженной волны, то, что я снял с сейсмограммы. В данном случае здесь время, здесь расстояние. И вот в Excel, например, я эту табличку создал. X это вот это расстояние. Мои пикеты от 0 до 1500. T это вот эта ось. Ну, примерно там от 0 до, в данном случае мне показано примерно до 0,7 секунд или секундах. И теперь, чтобы найти искомую величину v эффективную, мне нужно сделать последовательность именно то, что я делал на предыдущем слайде. Во-первых, построить график функции y от x, да, где y это t в квадрат 2 минус t1 в квадрате. То есть мне нужно взять квадрат вот этой ячейки минус квадрат вот этой ячейки, записать ее вот сюда, потом квадрат этой ячейки минус квадрат вот этой ячейки записать сюда и так далее. Да? Это несложно забить в формуле в Excel. Я тогда получу столбец соответствующей функции y уже. Да? И теперь могу построить зависимость y от x. Вот я построил, у меня получилась действительно линейная функция уже здесь по осям y, x. Так, хорошо, теперь мне нужно взять, чтобы посчитать эффективную скорость dx по dy. Ну, dx я взял, вот, например, вот это удаление, чтобы легче считать было 1050 и 50. То есть dx у меня 1000 равно, да? А dy я взял, соответственно, этим величинам, вот эти две ячейки, и получил, что у меня dy, dx равно 1000, dy равно 25 тысячных секунд в квадрате, да? В квадрате. Не забываем, что у меня вот здесь, вот в этой функции, берется разность времен в квадрате. Теперь взял отношение dx по dy, получил там 40 тысяч метров в секунду в квадрате. M я взял шаг между моими точками, он у меня задан 50 метров. Через 50 метров у меня стояли пункты приема. Ну и, наконец, все это подставил в эту формулу. И получилось, что у меня скорость, эффективная скорость получилась 2000 метров в секунду. Понятно, да, как это можно сделать? Ничего сложного. Это легко запрограммировать. Любой из вас это может сделать. Это не представляет никакого труда. Ну и вот примеры уже из реальных материалов. Это слайд я взял из системы RadXPro для обработки сейсмических данных. Мы здесь видим вот три сейсмограммы. На них вот видны не очень, правда, интенсивные отраженные волны. Ну, в частности, я выделил синим цветом наиболее интенсивную отраженную волну гиперболического вида. И натянул сюда теоретическую гиперболу. Дальше программа сделала вот то же самое, что я сделал на предыдущем слайде, и получила, что вот скорость эффективная здесь составила
ну, чуть больше 2000 метров в секунду. То есть я с помощью вот такого простого способа, способа постоянной разности, могу определить эффективную скорость. Если я сделаю такую вещь для каждой своей гиперболы, я уже могу получить набор эффективных скоростей для разных положений глубин, и тогда уже рассчитывать с помощью формулы, например, у группы Дикса, пластовые скорости, то есть между моими гиперболами. Получаю уже истинную скорость, тогда уже я могу вводить соответствующую поправку во временной масштаб и переводить его в глубинный. Понятен принцип, да? Хорошо, итак, первое. Мы научились или можем, по крайней мере, определять эффективную скорость. Теперь наша задача понять, как можно теперь определить глубины залегания границ, где у меня произошло отражение. Собственно, мы сейчас занимаемся, напоминаю, решением обратной задачи. Определение параметров среды по наблюденному сейсмическому полю, в виде сейсмограмм в данном случае. Да? Скорость мы нашли, как можно найти глубины. Ну, здесь опять же методов очень много, я привел два наиболее простых. Это способ Т0 и способ засечек. Эти способы позволяют определять параметры среды по одиночным, еще раз говорю, годографам отраженных волн. Когда у меня есть, там, допустим, один источник, я получил одну сейсмограмму. Или, допустим, сделал несколько источников, несколько сейсмограмм. Но вот способ Т0, он самый простой, на мой взгляд, и, в общем-то, очевидный. Здесь используется простейшая формула, вот такая, h равно Т0 на v делить пополам. Это не что иное, как формула Т0, да? Т0 это у нас 2h на v, правильно? Вот такая формула. Точка Т0 у меня отраженной волны xt, это вот эта точка. И она у меня известна. Я ее могу снять с сейсмограммой, правильно? Сколько-то миллисекунд или секунд. То есть отсюда h я, собственно, выразил. И получил, что это Т0 на v. Ну, сейчас я поясню, что такое среднее. На среднюю скорость. Имеется в виду средняя скорость вот в этой толще, где я получил отражение. Вот это здесь средняя скорость. Потому что на самом деле же она не постоянна. Это только в идеальной абсолютно этот, однородной среде. Как, а на самом деле там какие-то есть прослои, слои и так далее. Мы говорим средняя скорость. Так вот, вопрос, откуда я могу взять среднюю скорость? Вот в этом способе считается, что средняя скорость равна эффективной скорости, которую я определяю по годографу. Эффективную скорость я могу определять, только что сделал на предыдущих слайдах, с помощью способа постоянной разности. И если у меня среда вот до этой границы достаточно однородная, низотропная, то средняя скорость и эффективная очень близки оказываются. На самом деле, если у меня есть еще граница на некоторой глубине и так далее, то чем больше у меня слоев и тем больше у меня будет удаление, тем эффективные скорости средние будут отличаться тем больше. В общем случае, значение эффективной скорости всегда больше средней. И чем более неоднородная среда, и чем больше удаление, тем больше у нас получится различий. Поэтому способ Т0, он работает только для картирования более-менее эффективно, по крайней мере, первой границы сверху вниз. То есть наиболее, если вы видели очень интенсивное отражение, вот такое, то мы считаем, что это все однородное, и тогда наша погрешность будет не очень большая. Но чем сильнее, на самом деле, наша среда отличается от однородной, вот эта покрывающая толща, тем хуже у нас будет определяться глубины. А, собственно, сама глубина определяется просто, да, то есть я Т0 снял со своей сейсмограммы, среднюю скорость, считая, что она равна эффективной, которую посчитал по годографу, поставил эту формулу, получил число. Дальше из источника проводится окружность радиуса h. Потом делается какой-то второй источник в каком-то удалении. Снова рассчитывается вот этот параметр. Здесь уже может быть Т0 изменится, да, эффективная скорость изменится. Снова строится окружность и так далее. И, собственно, огибающий этих окружностей даст вам отражающую границу. Чем чаще я располагаю источники, чем чаще я получаю сейсмограммы и, соответственно, гипербол, тем более детально я буду картировать свою границу. Понятен, да, способ? Поэтому называется способом Т0, потому что здесь, собственно, основным моментом является определение Т0 вот этой точки. То есть здесь, собственно, все время определяется только два параметра. Это Т0 снимает сейсмограмма, и средняя скорость считается по годографу как эффективная. Так, есть вопросы есть по этому способу? Так, ну второй способ, способ засечек. Вот он основан на вот таком уравнении, такой формуле.
Rn, я перепишу, здесь, наверное, плохо видно. В средний на Tn. Что такое здесь Rn и Tn? Под R здесь подразумеваются мои произвольные точки на годографе по оси x, их координаты. А Tn — это времена соответствующие. Ну, например, если я возьму, например, точку 1, 2, 3, 4 точки и сниму время 1, 2, 3, 4 с годографа, то я смогу определить уже глубину. Средняя скорость здесь, как и в предыдущем случае, определяется по годографу в виде эффективной и считается, что они равны. А способ следующий, что тогда, как только я взял вот это время, умножил на скорость, я получил некое число r. И дальше что я сделал? Я провел, опять же, окружность с центром вот этой точки. Потом взял второй источник, у него будет свое время. Умножил на скорость, получил свою окружность, своего радиуса. Тоже провел окружность и так далее. Ну, в данном случае я взял 4 точки. И эти окружности, они пересекутся, ну, здесь показано вообще, что они в одной точке. На самом деле это некая область получится. За счет разных погрешностей это некая будет область. Это и будет положение так называемого мнимого источника. На самом деле источник у меня находился вот здесь, а это мнимый. Ну а тогда мы знаем, как строить отражающую границу. Можем соединить в виде линии источник мнимый и истинный, взять половину этого отрезка и перевести перпендикуляр к этому отрезку. Это и будет положение отражающей границы. Понятно? Потом могу снова взять следующий источник, сделать такую же процедуру, получить еще одну точку и так строить уже плавную такую кривую, в виде которой будет являться как раз положением отражающей границы. То есть этот метод основан на поиске мнимого источника. За счет того, что мы проводим большое количество окружностей, чем больше я окружностей буду проводить, в принципе, я могу сделать это в каждой точке своего годографа, да, со временем, получить более-менее точное определение мнимого источника и провести перпендикуляр через середину отрезка мнимый источник истинный. Так, здесь вопросы есть? С этим способом понятно, да? То есть соединяем именно мнимый и истинный. Да, мы мнимый мы находим, берем этот отрезок, соединяем его истинный с мнимым. И прям пополам, да. Это будет положение. А мы так делаем для всех пар мнимые и истинные, то есть мы середину отмечаем. Для одного годографа мы получаем одно положение мнимого источника. Ага. Здесь еще раз говорю, здесь показано в виде точки, на самом деле это некая область будет, потому что у нас не будут идеально пересекаться все окружности в одной точке. Это будет некая область, она определяется некой погрешностью неизбежной. И чем больше у меня будет этих определений, более точно буду определять. Здесь я взял 4 точки, я могу взять, там, допустим, все точки на годографе. Да, получается, допустим, здесь у меня будет годограф состоять из 100 точек. Будет 100 окружностей, которые пересекутся в некой области. И чем больше точек, тем более область это будет более узкая, более точно находиться. Ясно, да? Да. А если будем перемещать источник по профилю, то получится ломаное? Да, мы получим каждый раз положение вот таких вот ломаных, действительно, да. Совершенно верно. И потом строим огибающую. Как и в этом случае. Дальше идем? Ну вот, смотрите, сейчас как раз подошло время перерыва, у нас 25 минут, правильно? И вот, секундочку, значит, сейчас мы переходим уже, мы рассмотрели два простейших способа метода отраженных волн, это одноканальные были, это НСП, геодилокация, метод эффективности, ой, в смысле, способы определения эффективной скорости и глубин по одиночным годографам. Сейчас мы переходим уже к более общему случаю, когда у меня многоканальная сейсморазведка. И как в этом случае, это современное направление сейсморазведки, как в этом случае можно получать изображение среды. Переходим к многоканальным исследованиям метода отраженных волн. Это современное направление сейсморазведки, как я сказал. Ну, вот здесь вот показаны фотографии приморских исследований слева и справа. Вот, ну, при морских за судном буксируется сразу несколько линий приемных, так сказать, содержащих большое количество пунктов приема. Или вот из малой глубины сейсморазведки вот здесь показаны, видны точнее геофоны. Это и есть, собственно, пункты приема, они очень часто здесь стоят. Вот, ну, их тут несколько десятков. В общем случае, это направление основано на том, что мы в этом случае намного более устойчиво получаем отраженный сигнал и есть возможность рассчитывать скорость сейсмических волн, в отличие от одноканальных методов.
Ну и давайте начнем сначала с рассмотрения, какие у нас существуют, вообще говоря, сейсмограммы при многоканальных исследованиях. Ну, самые первые сейсмограммы, общий пункт возбуждения, мы уже знакомы. Если у меня есть некая граница отражения, есть источник и много-много пунктов приема, то есть каналов, то для одного источника я получу вот такие лучевые траектории отраженных волн, и это будет запись сейсмограммы общего пункта возбуждения, будет называться. Да? Ну, в данном случае сейсмограмма будет состоять из 5 трасс. 5 пунктов приема. Каждый из них запишет сейсмическую трассу, где будет наблюдаться импульс отраженной волны а вот этой границы. Если я сделаю наоборот, я возьму один единственный пункт приема, но буду перемещать источники последовательно некоторым шагом по поверхности наблюдений, то я буду тоже получать сейсмические лучи, сейсмические волны, отраженные от этой границы. И это будет сейсмограмма, будет называться общего пункта приема. Она, как и в предыдущем случае, будет тоже содержать 5 трасс. Да? Только в одном случае у нас было много приемников, то теперь много источников. Суть та же самая, но это сейсмограмма общего пункта приема. Третий вариант. Я могу зафиксировать удаление источник-приемник, сколько-то там метров или километров, и вот эту пару с равным шагом перемещать на поверхности наблюдения, да, получать лучи отраженных волн от границы. И вот это уже будет называться сейсмограммой общего удаления. Ну, в данном случае у меня есть их пара этих 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 трасс получится для данного рисунка. Сейсмограмма общего удаления. И, наконец, последний вариант. Я могу зафиксировать положение источник-приемник относительно некоторой глубинной точки и начать их разносить с равным шагом. В этом случае все отражения будут происходить, в случае, правда, горизонтальной границы, от одной и той же точки. Правильно? Как здесь показано на этом рисунке. Вот это будет сейсмограмма называться общей глубинной точки. Ну, в западной литературе она на самом деле более корректно называется общей серединной точки. Серединная точка в данном случае это проекция глубинной точки на поверхность наблюдения. Вот эта точка. Ее найти несложно. Вам нужно взять координату этой точки и вот этой, просуммировать и поделить пополам. Вот эта формула ОСТ, общая серединная точка. Ну, в западной литературе называется CDP. Это CDP это Common Deep Point, общая глубинная точка, а CCP это CMP, извините, Common Middle Point, это общая серединная точка. Вот такие сейсмограммы являются основным, скажем так, ключевым моментом в методе общей глубинной точки, который мы сейчас будем рассматривать. Как их можно получать в поле? Ну вот, единственное, что сначала акцентирую внимание на понятии глубинной точки, прежде чем перейти к сейсмограммам ГТ. Итак, вот иллюстрация, как формируется общая глубинная точка при методе отраженных волн. Да? То есть мы еще раз источник и приемники разносим относительно некоторой серединной точки. Мы получим все отражения от общей глубинной точки. Но на самом деле она является точкой только в одном единственном случае, когда граница горизонтальная. Если граница наклонная, и мы будем строить точки отражения, как это нужно делать с помощью мнимого источника, помните, как это делали, да? То есть берем, допустим, источник мнимый и проводим до его приемника линию. Эти точки пересечения с нашей границы дадут нам точки отражения. Так вот, если вы будете строить корректно, выяснится, что ваша точки отражения для разных положений источник-приемник все время разные. И на самом деле мы уже имеем дело не с глубинной точкой, а с некой общей глубинной площадкой. Вот поэтому первое, что мы должны запомнить, что в реальных средах мы не имеем на самом деле дела с глубинной точкой. Но тогда почему называется метод общей глубинной точки? Дело в том, что на самом деле при тех масштабах глубин геологических границ, которые мы изучаем, глубинные площадки являются, их размер несравненно меньше, чем наше удаление, источник-приемник. Вот формула, по которой можно рассчитать размер общей глубинной площадки. Здесь L — это удаление источник-приемник в квадрате, φ — угол наклона границы, H — глубина залегания границы. И давайте посмотрим, какого, вообще говоря, порядка эта глубинная площадка, вообще говоря, может быть.
Вот я привел примеры реальных, реальной ситуации, когда удаление источник-приемник у меня примерно 1 километр, глубина залегания границы 5 километров и угол наклона границы 15 градусов. Если вы эти величины подставите вот сюда, то вы получите, что у вас dx, размер площадки вашей, составляет всего лишь 12,5 метров. Это меньше 10%, да, от удаления источник-приемника. То есть, по сути, мы имеем дело как раз-таки с точкой. Вот поэтому и, в общем-то, на это дело плюют и говорят, что, ну, будем считать, что на самом деле глубинная площадка на самом деле является точкой по сравнению с глубинами и удалениями на поверхности Земли. Ясно, да? Но на самом деле, если у нас размер площадки действительно очень большой, тогда, вообще говоря, метод уже работать будет плохо. Ну, а если обратить внимание, мы видим, что чем глубже залегание границы, тем меньше размер площадки, да? Ну, поскольку h в знаменателе. На увеличение площадки, размера площадки влияет, в первую очередь, конечно, удаление, а не в квадрате. Ну, вот здесь вот показано, например, какой размер площадки будет при различных глубинах отражающих границ, которые вот под наклоном идут. Мы видим, что по мере погружения вглубь у нас размер площадки становится все меньше и меньше. Да? Вот, собственно, кстати, смещение точек отражения по восстанию границы, это закон, так всегда происходит, это вы можете всегда убедиться, построив мнимые источники, и вы будете находить точки отражения. Вот это смещение точек по восстанию, отражение по восстанию границ называется в сейсморетике сейсмическим сносом. Вот с помощью различных процедур миграции обработчики потом делают специальные поправки, которые стягивают эти точки отражения в одну точку уже. То есть с этим можно бороться с помощью обработки. А в качестве A берется удаление между какими источниками? Ну, то есть самые большие. Если вот в этой формуле. Хотя на самом деле, если вот есть у вас источник и приемник, то вот для. В целом она работает для и отдельно, если взять, рассматривать вообще вне этого метода, а просто вот рассмотреть источник и приемник. Да? Если у вас один источник и приемник, то у вас будет точка, естественно. А тогда. Имеется в виду, когда у вас много приемников, много источников. Тогда вы получите отражение от самых минимальных удалений до самых больших удалений вот такого размера. От самого минимального до самого большого. Итак, метод, теперь уже переходим к методу общей глубины точки. Так, мы после предыдущего слайда сделали предположение, что на самом деле в реальных средах мы имеем дело с общей глубинной площадкой, но в рамках, если углы наклона на границы небольшие и глубины залегания границ существенно больше, чем мои удаления, то мы имеем дело, в общем-то, можно сказать, с глубинной точкой. И тогда можем уже работать в рамках так называемого метода общей глубины точки. Вот этот метод, МОКТ, метод общей глубины точки, он является модификацией метода отраженных волн, современным направлением этого метода, многоканального метода, и предложен еще был в 1650 году, запатентован американцем Мейном. И вот в этом методе применяется многократная регистрация и последующее накапливание уже сейсмических сигналов, которые отразились от одной точки на границе раздела. В общем случае глубинной площадки, но мы считаем, что от точки. Ну вот у этого метода есть много достоинств. Этот метод очень помехозащищенный за счет регистрации большого количества отражений от одной точки на границе раздела. Этот метод позволяет бороться с многократно отраженными волнами. Именно по этой причине Мейн предложил его использовать, чтобы бороться с многократными отражениями. Как это делается, мы посмотрим чуть дальше. Здесь мы можем определять эффективные скорости, а значит, соответственно, переходить в глубинный масштаб. У этого метода среди всех геофизических методов одна из самых лучших разрешающих способностей по вертикали и по горизонтали. А как следствие, очень высокая точность структурных построений. Вот эти все плюсы привели к тому, что именно этот метод решили использовать при разведке углеводородов, нефти и газа. Ну, недостатки два, но очень существенных тоже. Среди, опять же, всех геофизических методов это самый дорогой метод. В связи с тем, что у него очень достаточно громоздкая методика сейсмических наблюдений, используется очень большое количество пунктов возбуждения, пунктов приема. Ну и как следствие,
большого количества каналов, в первую очередь, это времяемкие, трудоемкие, полевая методика, обработка, интерпретация. То есть вы вряд ли сможете получить разрез изображения среды, то есть с помощью метода общей глубины точки, скажем так, в течение одного дня. То есть это достаточно долгая процедура, мало глубины сейсморазведки, это требуется, но все же, наверное, там день-два, если у вас один единственный профиль есть на обработку. А если это большая сейсмика, нефтегазовая, обычно там при число каналов там несколько десятков тысяч, это приводит к тому, что там может выполняться проект в течение нескольких месяцев, например, даже группы геофизиков. Итак, в самом простом случае мы можем получать общую глубину точку вот таким способом. Мы это уже выяснили. Взять один источник, один приемник и начать разносить относительно середины точки. Но так неудобно, так долго и так никто не делает. В реальных полевых условиях получают изначально сейсмограмму общего пункта возбуждения, когда у вас есть фиксированная приемная линия и перемещается источник. Давайте посмотрим, как это делается, опять же, на примере морских данных, это самый простой способ. Ну, допустим, у меня есть источник, вот он, и есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 пунктов приема, которые буксируются с моим источником, за моим судном. В этом случае я буду получать вот такие вот лучи отраженных волн, которые будут отражаться от некой границы раздела на некоторой глубине. В следующий момент времени, когда источник перемещается, мы получим свои лучи и так далее. Но если вот обратить внимание на некую точку на границе раздела, вот эту, да, то мы видим, что для различных положений источников у нас есть лучевые траектории, которые отразились от этой точки при разных положениях источника. То есть, в общем-то, это означает, что, в принципе, получая каждый раз сейсмограмму УПВ, в данном случае у меня 1, 2, 3, 4 сейсмограммы я получил, да, сейсмограмму УПВ, я из этой сейсмограммы могу вытащить те трассы, которые отразились, дают отражение от одной и той же точки на границе раздела, ОГТ. То есть, если я возьму красную трассу здесь, здесь, здесь и здесь, для разных источников, и совмещу их в одну единую сейсмограмму, которая будет называться сейсмограммой ОГТ, да, то я получу как раз сейсмограмму общей глубинной точки. Если вы посмотрите на левый рисунок, то это и есть как раз ситуация, когда я просто как бы разносил источник и приемник, правильно? Только я не делал вот так, как здесь, а просто перемещал всю расстановку свою синхронно по профилю. Вот, собственно, это осуществляется с помощью так называемой сортировки сейсмических трасс в сейсмограммах УПВ, с целью получить сейсмограмму ОГТ уже. Пока непонятно, но мы сейчас рассмотрим этот момент более подробно. Это является ключевым моментом. Итак, в поле мы получаем сейсмограммы общего пункта возбуждения. У нас есть фиксированная приемная линия, фиксированные пункты приема, перемещается источник. Давайте рассмотрим пример, как можно получить сейсмограмму ОГТ в таком случае. Я взял пример, самый простейший, состоящий из 5 пунктов приема, вот они у меня расположены на поверхности Земли, на электроглубине есть граница раздела. Я сейчас не стал акцентировать внимание, что она не наклонна, пускай она будет горизонтальной, я действительно имею с общей глубиной точки. И буду последовательно перемещать только источник, а приемники оставлю в покое, они будут стоять на месте. Сначала я буду возбуждать сигнал на первом пункте приема, совмещенный источник и приемник, потом перемещу на второй, на третий, на четвертый и на пятый. То есть я пробегу по всем моим пунктам приема. Это пока понятно, да? Когда я возбуждаю сигнал вот здесь, на первом канале, на первом пункте приема, я получу, в этом случае для 5 своих пунктов приема, 5 приемников, 5 трасс. Вот они показаны. Раз, это даст мне отклик, который поймаю я первым приемником. Вот эта трасса, отклик, который я поймаю вторым приемником, третий, четвертый и пятый. Согласны? Потом я переместил источник вот сюда и снова возбудил сигнал. В этом случае я получу отражение, в этот пункт приема придет сигнал вот по этой траектории, в этот по этой и так далее. Потом сюда, сюда и сюда. Я буду каждый раз получать разные траектории отраженных волн и каждый раз буду получать сейсмограмму общего пункта возбуждения, состоящую из 5 трасс. Здесь сейсмограммы из 5 трасс, здесь из 5, здесь и так далее. Всего я получу 5 на 5, 25 трасс, правильно, для 5 положений источников. Теперь моя задача вот из этих 25 трасс выбрать те трассы, те лучи, которые дадут мне отражение от общей глубины точки.
Давайте я в качестве примера возьму, например, и буду строить сейсмограмму общей глубины точки для точки с номером 5. Вот сейчас я их пронумеровал слева направо. Для этого случая появится еще одна точка отражения, да, шестая. Здесь появится седьмая, восьмая и девятая. Их будет 9. Согласны? Начиная от самого первого положения, когда точка отражения находится ровно под первым пунктом приема, до последнего, когда точка отражения находится ровно под последним пунктом приема. Их будет всего 9 штук. Ну вот, теперь если я, соответственно, возьму красные трассы, выделенные красным цветом, которые отразились от одних и тех же глубинных точек под номером 5, и сформирую сейсмограмму, я получу общую глубинную точку. И сейсмограмму общей глубины точки под номером 5. Ну, давайте попробуем представить это в виде сейсмограммы. Итак, пусть первый случай вот такой у меня. Какая сейсмограмма у меня в этом случае будет? Вот сейсмограмма в осях XT. Так. Вот мои 5 пунктов приема. 1, 2, 3, 4, 5. И каждый из этих пунктов запишет свою трассу. Поскольку я возбуждал сигнал на первом пункте приема, это вот здесь, так, то здесь приемник, когда волна добежит до границы туда и обратно, потратит какое-то время, я получу вот такой импульс. Так ведь? На втором приемнике волна пробежит за большее время, это вот по этой траектории. Я получу нечто вот такое. На третьем еще за большее время, на четвертом и так далее. И это будет, собственно, годограф отраженной волны. Это сейсмограмма, правильно? Так, это первый случай. Второй случай. Вторая сейсмограмма УПВ. Вот мои 5 приемников. Теперь я перенес источник вот сюда, да? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так, этот приемник поймает луч, который бежал вот так, ну, за какое-то время. Второй, у него будет время самое маленькое, да, по нормальной границе и обратно. Поэтому здесь импульс будет выше. На третий будет время такое же, как и на первый. То есть вот этот луч и вот этот будут иметь одно и то же время. Так, ну и дальше побольше время станет. Я получу снова сейсмограмму ОПВ, и вот моя гипербола будет. Так, ну продолжу рисовать. Это уже третий случай, когда я возбуждал сигнал на третьем приемнике. Очевидно, что это будет выглядеть вот так. Теперь здесь будет самое большое время. Вот так. И, наконец, последний случай, когда вот здесь возбуждал сигнал. И вот моя последняя гипербола. Итак, я получил 5 сейсмограмм УПВ. Да? Общее количество трасс, как я сказал, 5 на 5, 25 штук. 25 трасс. И теперь мне нужно построить из этих трасс сейсмограмму вот эту. Для соответствующей общей глубины точки под номером 5. Какие сюда трассы входят? Так, первая, которую поймал приемник. Давайте вот этот посмотрим, который вот этот приемник поймал. Это какой случай, где источник находился? Это вот этот случай. Правильно? То есть это у нас вот эта трасса, да? Хорошо. Дальше. Второй приемник поймал луч, который бежал вот так, да? Это случай вот этот, да? А трасса у нас вот эта, да? Правильно? Да. Потом
Третий приемник, это соответствует этому рисунку, да? Это у нас вот эта трасса. Четвертый приемник, это вот эта траектория, когда источник находился здесь. Это в случае вот, вот этот. И трасса вот эта. Ну и последний, когда источник находился здесь, приемник здесь, это вот эта траектория, это вот этот случай. То есть, в принципе, мне не представляет труда взять последовательно вот эту трассу из сейсмограммы номер 5, вот эту трассу из сейсмограммы номер 3, ой, номер 4, извините, вот эту трассу из сейсмограммы номер 3, вот эту и вот эту. И тогда я получу сейсмограмму, это все были сейсмограммы ОПВ. Теперь я получу трассу, ой, сейсмограмму. ОГТ под номером 5. Понятно, да, это могу сделать. А сколько, например, будет содержать сейсмограмму ГТ для точки с номером 2, например, вот этой? Вот этот луч, эта трасса, раз, вот это 2, и все, правильно? То есть она будет выглядеть... Куда даже нарисовать, ну вот здесь вот нарисую. Она будет стать всего лишь двух трасс, вот так вот. И причем время у них будет одно и то же, да? Импульсов, потому что здесь соответствует точка 2, это вот это время, и вот это, оно будет одно и то же. Хорошо, а под номером 7, например? Раз, два, три, да? Она будет состоять из трех трасс. Это будет выглядеть примерно вот так. Три трассы всего будет. Вот, собственно, количество трасс, которые формируют сейсмограмму ГТ, называется сейсморазведки метод общей глубины точки кратностью наблюдений. Не совсем, на самом деле, я корректно говорю, но на данный момент это будет, в принципе, для вас достаточно. Строгое определение кратности называется это количество уникальных пар источник-приемник. Количество уникальных пар источник-приемник в сейсмограмме ГТ. Ну, на самом деле, вот это и вот это положение, в общем-то, не совсем соответствует уникальному положению. Но мы в рамках нашего курса будем считать кратностью это количество трасс в сейсмограмме ГТ. Таким образом, какая будет максимальная кратность при такой системе наблюдений? 5 приемников и 5 источников. Сколько максимальное количество трасс будет содержаться в одной сейсмограмме ГТ? 5. Это правило, что у нас число трасс в сейсмограмме ГТ не может превышать числа пунктов приема. Это понятно. А минимальная кратность какая? 1 для точек номер 1 и номер 9. Потому что в этом случае я получу одну единственную трассу здесь и здесь. Правильно? Таким образом, кратность меняется от 1 на крайних каналах, на первых и последних, до максимальной, примерно где-то на середине расстановки. Достигает максимальной кратности. Стало понятно, да, более-менее? Как, что такое, как формируют сейсмограмму ГТ. То есть я их формирую, еще раз говорю, из сейсмограмм общего пункта возбуждения. Чуть дальше мы поймем, зачем нам нужны были сейсмограммы ГТ, как уже потом строится разрез. Сейчас нам нужно еще момент акцентировать на общепринятых обозначениях в геометрии данных, полученных по методу общей глубины точки, которым мы будем пользоваться. Итак, сквозной номер трассы мы называем trace no, ну, собственно, number of trace. Сквозной номер трассы. Он формируется просто порядковый номер трассы. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая и так далее, 25-я. Да? Просто пронумеровали все трассы с начала до конца, в зависимости от того, как двигался источник. Дальше. So x, ну бывает еще y, но в нашем случае для двумерных данных, для 2D-сейсмографики so x. Это слово source, источник. Это координата источника. Она определяет положение источника. Здесь, здесь, здесь и здесь, наконец. Дальше. То же самое для приемников. RecX — координаты приемника. А слово рек — это слово ресивер, приемник. То есть текущая координата по X моего приемника. Offset — по-английски это удаление. Удаление между источником и приемником. То есть мне нужно взять координату приемника, вычесть координату источника, я получу между ними удаление. Правильно? В сколько-то метрах.
Это все в метрах измеряется, да? То есть номер трасс только в номерах. Дальше. Координата глубинной точки. CDP, Common Depth Point. Координата в метрах общей глубинной точки. В данном случае вот этих точек. И, наконец, просто CDP — это номер. У меня он меняется от 1 до 9. Это номер, порядковый номер общей глубины точки. Мы этим будем обозначениями пользоваться. Да. Потому что если это 3D-сейсмика, то еще у них есть координаты по Y. Не, может быть, SOX, SOY. Координаты по CX, координаты по CY. Так, и что мы должны этот еще запомнить? Вот эта вот вещь, общее количество трасс в сейсмограммах, которые мы отработали, это произведение числа приемников на число источников. В нашем случае было 5 приемников, 5 источников, того 25. Вот то, что я сказал, удаление офсет, как я сказал, это разность между координатой приемника и координатой источника, так вы определяется. И, наконец, координаты глубины точки определяются очень просто. Нужно взять координату приемника, прибавить координату источника и пополам поделить. Это будет координаты глубины точки. Это все понятны формулы, да? Очень простые. Вот. И давайте попробуем сформировать геометрию наших систем наблюдений. Единственное, что мне нужно задать, это шаг между пунктами приема здесь. Вот я взял этот же рисунок и сказал, что пусть у меня шаг между пунктами приема был 2 метра. И сделал съемку. То есть для 5 пунктов приема я перемещал источник последовательно через мои приемники, то есть тоже шагом 2 метра. И давайте заполним вот такую таблицу. Вот здесь я буду откладывать последовательно все мои пункты возбуждения, трассы, а здесь буду заполнять заголовки. Итак, заголовок trace no, то есть номер трассы. Когда у меня источник находился здесь, я получил 5 трасс, и их номера будут 1, 2, 3, 4, 5. Да? 5 трасс, 5. И вот я вижу их от 1 до 5. Потом я перешел сюда и снова получил 5 трасс. Но их нумерация уже продолжилась. От 5, теперь уже 6, 7, 8, 9, 10. И так далее, до 25. Я их пронумеровал. Первое, что сделал, да? Дальше я должен задать координату источника. Для первого положения источника у меня он находился на 0 метров. Ну, я сказал, что у меня шагом 2 метра идут. 0, 2, 4, 6, 8, да? Тогда, значит, все первые 5 трасс имели один и тот же источник с координатой 0. Поэтому я им задал все нули. Для второго положения источника трассы с номером от 6 до 10 имели координату уже 2 метра. Это в этот случай. Для этого случая координата источника находилась уже на 4 метрах, здесь 6 метров, здесь 8. Вот, я запомнил, да? И дальше заголовок координата приемника. Для всех моих случаев приемники находились на одном и том же месте. Поэтому для всех моих трасс координаты приемников меняются от 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8 во всех заголовках, так? Удаление. Удаление могу посчитать очень просто вот по этой формуле. Мне нужно взять вот эту строку и вычесть предыдущую, SOX. Тогда я получу удаление. Заметьте, что они уже могут быть отрицательные, да? Например, минус 8 как получилось? Я вычел из координаты приемника 0, 8. Это 21-я трасса. Это, соответственно, вот эта трасса. Правильно? Здесь была координата приемника 0, поймал луч. Вот это же луч, правильно? А источник находился на 8 метров. 0 минус 8, получилось удаление минус 8 метров. И, наконец, координата глубинных точек. Ну, для первого случая она меняется от 1 до 4. Это я взял эту формулу. Заметьте, что шаг между общими глубинными точками в 2 раза меньше, чем шаг между пунктами приема. Если у меня шаг между пунктами приема был 2 метра, то шаг между глубинными точками 1 метр. То есть здесь будет от 0 до 4, здесь уже будет от 1 до 5, от 2 до 6 здесь и так далее от 4 до 8. Последняя координата моей глубинной точки будет, соответственно, 8 метров. Это вот эта точка. Ну и порядковый номер глубинной точки. От 1 до 5 вот здесь для вот этого пункта возбуждения, от 2 до 6 для второго пункта возбуждения и нам и так далее до последнего пункта возбуждения от 5 до 9.
меняется номер общей глубины точки. Вот уже имея вот такое вот поле заголовков, геометрию, я уже могу формировать произвольным образом любые, собственно, сейсмограммы, которые рассмотрели, общего пункта возбуждения, общего пункта приема, общего удаления и общей глубины точки. Вот для чего мы это делали. Ну, вообще принято обычно, например, формировать сейсмограмму общего пункта возбуждения по заголовкам SOX и RIGX. Ну, например, если я хочу сформировать сейсмограмму номер один, то из 25 трасс, вот эта куча трасс, мне нужно задать координату источника, например, задал, пусть это будет 0 метров. Тогда она, во-первых, всех выбросит, все трассы, программы, выбросит все трассы, которые имеют, не имеют источник, не 0, то есть оставит только вот это, где нули есть, их останется 5 трасс. И дальше ей нужно что? Их выстроить в порядке возрастания координаты приемника. От 0 до 8. Поэтому уже второй заголовок. Тогда она мне их выстроит, и я смогу сформировать сейсмограмму общего пункта возбуждения. Ясно, да? Если я хочу сформировать сейсмограмму ОГТ, то обычно используют вот такую сортировку. По координате глубинным точкам, хотя здесь можно использовать в принципе и просто номер глубины точки, и удаление. Например, если я хочу построить сейсмограмму ОГТ с номером 5, вот здесь цветом это выделено, вот этим, да, тогда она возьмет все трассы под номером 5, или с координатой 4, соответственно. Их сколько будет? Это будет вот это, и вот это, и вот эта трасса. И дальше нужно по удалениям. Тогда она возьмет сначала вот эту трассу, у нее самое маленькое удаление, минус 8, потом минус 4, 0, 4 и 8. Что будет соответствовать правильному положению трасс, то есть сначала вот эта трасса, это удаление минус 8, потом вот это минус 4, потом вот это 0, потом вот это 4 и, наконец, вот это 8. И мы получим правильную сейсмограмму ОГТ. То есть заметьте, что, что одним только заголовком, например, вот этим, номера общей глубины точки, мне недостаточно, чтобы сформировать сейсмограмму. Вот то, имея только один заголовок, вот это, я получу 5 трасс соответствующей глубины точки, но они будут все перемешаны между собой. Моя задача их выстроить в порядке возрастания, в данном случае удаления. Понятно, почему нужен второй заголовок? Замечательно. Итак, а какое будет вообще количество общих глубин точек в расстановке? В моем случае их 9, да? А если их было бы 6 пунктов приема? Сейчас было 5 пунктов приема, если источники приемки совмещены. 11. Да. 6 пунктов приема, 6 пунктов возбуждения. Будет 11. Вот эта простая формула. 2n минус 1. А если у меня будет, соответственно, 100 каналов? Совершенно верно. Но вообще говоря, в методе общей глубины точки обычно стараются сделать кратность вдоль профиля равномерную. Мы уже сказали, что у нас кратность меняется от 1 до некого числа, не превышающего числа пунктов приема в середине расстановки. 1 на крайних каналах. Вот чтобы кратность была одинакова везде, а кратность это не что иное, как у нас, как мы сказали, это число трасс в сейсмограмме, а это принципиальный момент, потому что потом, когда дальше будем рассматривать метод общей глубины точки, это окажется важным моментом. Вот для того, чтобы делать кратность равномерно, обычно используют поносные пункты возбуждения в методе общей глубины точки. Вот, например, для моей расстановки пятиточечной, если я сделаю 4 выноса с таким же шагом, как и здесь, то есть, если, допустим, здесь было 2 метра, и здесь, соответственно, минус 2, минус 4, минус 6 и минус 8, то я получу дополнительные трассы, которые поймают мои приемники, так, и тогда уже кратность в сейсмограмме ОГТ для этой точки будет уже 5. Правильно? Вот пока их не было, я получал только вот эту трассу, которая формировала сейсмограмму ГТ. Одно единственное отражение. Добавив еще 4 выноса, я получил еще дополнительно 4 трассы, которые поймали мои приемники. Если я сделал, кстати, еще один вынос, это увеличит кратность или нет? Конечно, потому что эта трасса, этот луч отразится и выйдет за пределы моей приемной линии. Я его не поймаю. Поэтому дальнейшее увеличение выносов не приведет к увеличению кратности. Кратность оно не может быть больше, чем число пунктов приема. А кратность, например, под этой точкой увеличится? Должен
Тоже нет, потому что в этом случае отражение где-то там, тоже за пределами приемной линии произойдет. Поэтому я в этом случае не могу увеличить кратность выше максимальной, выше 5 в данном случае. Ну тогда, кстати, уже, а вот под этой точкой кратность будет больше? Да, например, вот для вот этого источника я уже получу вот здесь отражение, вот пункт приема третий номер получит. Поэтому на самом деле, если вы посчитаете, везде кратность будет 5. То есть я могу повысить кратность до максимальной, добавив число выносов, в данном случае n-1, где n число пунктов приема, да? 4 в данном случае. Если у меня 100 каналов, то до максимальной кратности мне нужно понадобится добавить сколько? 99, да, n-1. Ну, на самом деле, с каждой стороны. И с этой стороны, и с этой стороны мне тоже нужно выносы сделать. Потому что, вот, имея только выносы с этой стороны, например, я кратность под этой точкой не могу поднять. Потому что отражение получится где-то там. И кратность под этими точками я смогу только поднять с помощью выносов уже с правой стороны. То есть при совпадении пунктов, возбуждении пунктов приема для достижения максимальной кратности на крайних каналах необходимо сделать n-1 вынос с каждой стороны приемной линии. Вот для этой цели используются выносные пункты возбуждения в методе общей глубины точки. В методе приемных волн вынос зачем мы делали? Мертвую зону, чтобы просто закрыть. Так, теперь, хорошо, я получил сейсмограмму общих пунктов возбуждения, потом с помощью сортировки получил сейсмограмму ОГТ, сколько угодно я могу их получить, ну, сколько глубинных точек, столько сейсмограмму ОГТ. И в этом случае я тоже буду видеть некий отраженный сигнал, как я уже показал вот здесь, да, вот этот на сейсмограмме ОГТ. В этом случае какой формулой описывается годограф отраженной волны? В данном случае мы уже имеем сейсмограмму не ОПВ, а сейсмограмму ОГТ. Ну, собственно, ее получить формулу очень просто. Да? Вот если у меня есть глубинная точка, я разношу свои источники, приемники относительно середины точки вот этой. Вот здесь у меня источник находился самый при совмещенном источнике приемники. Я дальше разношу. Но чтобы получить формулу годографа ОГТ, то мне достаточно просто посчитать время от произвольного источника до произвольного приемника. В данном случае параметр перемены здесь будет уже не x, как раньше, а некое L, это удаление источник-приемник. Хотя смысл тот же самый, как и x, это по сути координаты. Но эта формула выводится очень просто, как и годограф ОПВ отраженной волны. То есть мне нужно взять произвольное удаление источник-приемник L. Это, допустим, источник этот приемник. Соответственно, вот это будет L пополам и это L пополам. Здесь какая-то есть скорость, есть какая-то глубина. И тогда T от L не что иное, как 1 делить на V. L пополам в квадрате плюс H квадрат, да, в этом прямоугольном треугольнике. И надо еще на двойку умножить. Поскольку я, когда беру L пополам, я ищу вот это время. А мне нужно вот это и вот это. Ну, теперь, если я двойку засуну под корень, я получу итоговую формулу, что T от L — это L в квадрате плюс 4H квадрат. Но если вы помните, это не что иное, как формула годографа отраженной волны ОПВ, только там у нас вместо L было X. И я тоже могу легко показать, что это тоже гипербола, привести в канонический вид. Итак, для случая, если я сделал сортировку сейсмограмму ПВ, сейсмограмму ГТ, то я тоже получаю вот этот сигнал в виде гиперболы отраженной волны. Ну вот, собственно, он показан. Красным цветом это есть годограф отраженной волны уже на сейсмограмме ОГТ. Здесь можно немножко сделать преобразование. В случае наклонной границы, вывод я тоже опускаю, появится, естественно, косинус φ, где φ — это угол наклонной границы. И если я скорость внесу под знак радикала, в смысле под корень квадратного, то получу вот такую формулу t0 в квадрате плюс L делить на VUGT, где VUGT — это скорость истины делить на косинус φ, если я скорость сюда внес.
Вот эта скорость в ОГТ называется скоростью, эффективной скоростью ОГТ в сейсморазведке. Видите, она зависит от угла φ. Если φ равен нулю, то я получу косинус равен единице, и тогда скорость ОГТ равна истинной. То есть в случае горизонтальной границы я получаю случай, полностью совпадающий с сейсмограммой ОПВ. Если я возьму и буду искать минимум своей функции, то возьму, то есть производную вот этой функции относительно L, то я получу вот такое выражение. Это несложно сделать, взяв производную. Но здесь важный момент, то что в этом случае мы видим, что минимум функции находится при L равном нулю. Да? Φ это параметр, L переменная. Это означает, что в случае наклонной границы минимум функции годографа ОГТ находится в нуле. В то время как для сейсмограммы ОПВ, если вы помните, минимум функции смещается по восстанию границы. Вот это важный принципиальный момент. То есть положение минимума ОГТ не зависит от наклонной границы, в отличие от годографа ОПВ. То есть и там отраженная волна разной сортировки, но в одном случае у нас минимум не смещается, а в втором случае смещается. Вот то, что я имею в виду. Это сейсмограмма ОПВ, это сейсмограмма ОГТ. И разные положения границ. Горизонтальные и два наклонных. Горизонтальные и два наклонных. В случае наклонной границы на сейсмограмме ОПВ у нас годографы смещаются, да, минимум смещается. Вот так вот сместится в случае, если граница вот такая. Вот так минимум сместится, если граница вот такая. Да, по восстанию границ. А вот в случае ОГТ у нас минимум все время находится на нуле в случае ОГТ. Но тем не менее, что-то же должно меняться. Если мы посмотрим на предыдущий слайд, я сейчас это вынес сюда, все-таки скорость, а скорость это не что иное, как кривизна моего годографа, да? Она все же зависит от угла φ. Чем больше угол φ, тем что? Тем больше скорость ОГТ, правильно. Это означает, что моя кривизна будет меньше, крылья годографа будет прижиматься к оси x, и мы видим, что вот при разных положениях наклонной границы у нас годограф трансформируется вот так, то есть он выгибается вниз. Чем больше наклон границы, тем больше он прижиматься будет к оси x. Вот главное отличие годографа ОГТ отраженной волны от годографа ОПВ отраженной волны. Ну, на этом все пока, на данный момент.